Привет всем, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт. И сегодня мы продолжаем прохождение игры Jurassic World Evolution, да. И, в общем, у меня сразу же проблема при входе, да, у нас тут заболел Струтиамим. Самый первый, самый слабый. Пора его вылечить, иначе разбираться с последствиями. Простудой болеет. Болеет простудой. Так, ну мне нужно накопить до 400 тысяч, чтобы, короче, начать постройку станции рейнджеров. Так, что у нас с едой? Гостей всего 7. Смысла повышать цены или... Ну да, очень мало народу, пока смысла я не вижу что-то тут менять. 7 человек всего лишь. Так, ну, станция рейнджеров. Не знаю, кто кроме вас сможет справиться с этим контрактом. Это правда. Трицератопса не создать. Совсем правда, но кому какая разница? Так, 400 тысяч у меня уже есть, это отлично. И мы берем станцию рейнджеров. И поставим ее где-нибудь тут. Так, что там у нас ребята привезли? Угу. Струтиамима продаем. 30 тысяч у нас есть, 20 пока, но нет, тратить не буду, они мне еще пригодятся. Пока никого никуда не отправляем, ничего, сидим, ждем. Нужно разобраться со вспышкой болезни. Так, станция рейнджеров, когда ты уже построишься? Ты мне нужна. Конечно, пипец, тут земля из-за нее искривилась. Больные динозавры представляют потенциальную угрозу. Вы повышаете риска для всего проекта. Ну да, понятно. Это я все знаю, да. Ага. Ну, вы на паузе почитайте, если что. Вот у меня уже второй Струтиамим заболел. Что же я наделал-то? Не то. Да блин, не то. Выровнять. Кошмар. Что я наделал? Выровнять все нужно. Дорожки заровняли, так. Выбираем станцию рейнджеров. А, и у меня тут... Я выполню... А, нет, смотрите, мне заново ачивки выполнять. Я понял. Да, придется ачивочки выполнять, чтобы открыть различные цвета. Так, ну, пока ничего покупать не будем, берем рейнджеров. Управлять транспортом. Лекарство животному, чтобы спасти его. Еды в кормушке снова достаточно. Отлично сработано. Все, с первого раза. Отличная работа. Теперь нужно найти второго. Ого! Нифига! Офигеть! Он меня атаковал. Ага, это классно. Я что-то даже не ожидал. Да сам вылечу, пошли вы нафиг за 5000. Актив в зоне досягаемости. Отлично, теперь давайте повыполняем ачивки.
чтобы раскрыть цвета, это нужно пролететь 25 метров, проехать на скольжении 5 секунд на полном ускорении, ехать прямо. Так, ладно, не получилось. Из-за того, что тут... потому что тут деревья. Открыли. Так, ладно, не получилось. Попробуем еще раз. Отлично, открыл вторую раскраску. Вот проехать 5 секунд, потом, короче, проскользить 25 метров. И самое сложное – это пролететь 25 метров. Принимаю штурвал обратно. Так, чтобы пролететь 25 метров, мне нужно кое-где поставить гору. Ну, потом я ее заровняю, естественно. Давайте попробуем, может хватит этого подъемчика. Так, давайте пока поменяем раскраску. У нас есть красный джип и есть синий джип. Ну давайте синий выберем. Классно, кстати, сделали. Очень красиво эти стоп-огни горят. Чё, опять нет? Как-то я должен это пролететь. Давайте попробуем еще раз. Что-то все не то. Так. Может, этого хватит. А пока давайте, пока есть деньги, отправим еще одну команду добывать окаменелости. И в окаменелостях извлечем трицератопса. Так, я должен получить третью раскраску, чтобы это не стало. Нет, маловато разгона. Ай-яй-яй. Блин, не хватает чуть-чуть, а? Что ж ты будешь делать? Чё, опять нет? Как так-то?
Ладно, я понял, нужно в другом месте поставить. Нужно на уклоне поставить гору. Вот тут, в общем. Сейчас попробуем. Надеюсь, получится. Ай-яй-яй. Чё, опять нет? Да вы гоните. Что, опять не пролетел? Да вы серьезно? Ну 25 метров. По-моему, я спокойно там пролетел 25 метров, не знаю. Ощущение, что меня игра обманывает. Причем очень жестко обманывает. Так, ладно, если гору побольше сделать. А здесь сделаем. Так, ладно, но пока у нас есть окаменелости, давайте ими займемся. Сразу отправлю я экспедицию. Так, у нас есть родий, мы его продаем, у нас есть окаменелость. Хорошо. Пока я хочу следующим просто эдмонтозавра сделать. Хотя я можно еще одного вывести, этого струтиамима, да. С модифицированным полностью геномом. Так, а пока давайте все-таки надо получить этот чертов раскрас. Я его получу. Ай-яй-яй, я сквозь дерево проехал. Я все видел, разработчики. Что, тоже не засчиталось, да? Задел. Ладно, попробуем еще раз. Как не хочет мне давать раскрас. Ладно, в задницу все. Потом когда-нибудь его получим. Только не забудьте мне напомнить. Что-то тут, в общем, неподходящая территория. Я знаю, что на втором острове она такая холмистая будет. Очень такая добротная местность. Там как раз можно будет получить этот чертов раскрас. Мы этим там и займемся. Но пока нет. Пока не вижу смысла.
Так, у нас еще одни окаменелости прибыли тем временем. Так, все наконец-то тут истощено. И теперь давайте будем добывать эдмонтозавра. Отлично, родий. Его мы видели уже, это тот песочный с трутями, та песочного краса. Теперь я предлагаю кое-что сделать для гостей. А, нет, загоны. Да, смотровая галерея. Вот, отлично, прямо тут поставим. Только их плохо будет видно. Так, а если где они бегают? Около кормушки, да? А если вот тут поставить? Похоже, вам не хватает электроэнергии. Так дело не пойдет. Постройте больше электростанций или увеличьте общую выработку. В смысле? Неиспользуемая энергия 19. У меня еще все в порядке. Гости будут более-менее довольны. Гости... С некоторыми динозаврами ваши гости хотят познакомиться поближе, но не могут. Постройте объекты с хорошим обзором. Только не перепутайте, с какой стороны защитного стекла должны быть посетители. Так, вот этот холмик напрягает тем, что не видно наших динозавриков. Так, ну где менюшка-то? А вот теперь их будет видно. Да? Видно же? Да, видно всех. Да, скоро в парке у нас появится новое животное. Обязательно. Я думаю, это будет эдмонтозавр. Быстро, кстати, они очень... О, отпечатки шкур за сотню можно продать. Да, но у меня пока электроэнергии до хрена, так что это вы мне зря написали. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас тут. А, не там еще. Палеонтология. Ага. Отпечатки шкур. Отпечатки шкур — это окаменелые останки поверхности шкур. Логично. Очень логично. Что-нибудь еще скажете? Так, формация канона каньона Хорсшу. Формация каньона Хорсшу находится на юго-западе Альберты и входит в более крупную группу Эдмонтон. Выше нее залегает формация Уайтмунд, ниже формация Бирпа. Это формация кампанского раннего мастрихского ярцов позднемелового периода возрастом от 72 до 66 миллионов лет. Формация названа в честь каньона Хорсшу. Да вы что? Невероятно. Достопримечательности этого пустынного района. Состав ее разнороден, песчаники встречаются, включение сланца, глины, угля. На этом месте раньше были поймы реки с эстуарными каналами и угольными болотами и прибрежной зоны моря. Благодаря разнородному составу залежи в этой зоне открыто множество видов динозавров и обнаружено большое количество ископаемых растений, рыб, беспозвоночных, амфибий, рептилий и млекопитающих. Ранее тот факт, что здесь было обнаружено сравнительно мало останков черепах и крокодилов, связывали с прохладным климатом в районе этой формации. Но по данным новейших исследований, исчезновение некоторых видов связано с изменением состава почвы. Здесь можно найти кости следующих видов динозавров – каритозавр, хазмозавр, эдмонтозавр. Так, а я отправил новую команду? Нет, не отправил. Отправляем. Так, я думаю, теперь наконец-таки можно... Нет, не то. Сразу на вертолет попал. Активировать. Так, у нас, смотрите, есть оранжевый вертолет ОСА, но он стрёмный. Мы его трогать не будем.
Так, ну и центр исследований, да, тоже нужно активировать. Ага, вот теперь нет электроэнергии, теперь ее не хватает. Тогда давайте где-то тут еще одну электростанцию вбухаем. Сколько она стоит? Ага. Сколько? 500 тысяч! Не, давайте пока исследовательский центр деактивируем. Да не то все ты делаешь. Двадцать три гостя, это уже интересно. Смотрите, какой доход сразу пошел. Хорошо, да. Так, еще нужно магазинчик будет построить, но у меня пока нет электроэнергии, мне нужно 500 тысяч на это. Так, слушайте, может тут покататься пока, а? А? Как думаете? Ну, покататься в плане, что... попробовать пролететь эти чертовы метры. Может, получится прямо тут раскрас открыть? Отлично, прибыль в минуту выросла, уже 40к. Чё, нет, не получилось? Хорошо, давайте я еще сглажу. Дальше пролетим. Я что, против, что ли? Так, не туда полетел, я понял. Отлично, есть, мы это сделали. Я просто молодец. Все, вали домой. Сам в гараж вернешься. Так, я пока тут территорию выровняю. Так, ну более-менее загладил, ладно. Но если честно, я думаю... Нет, не загладил. Ладно, пофиг. Да, у нас окаменелости есть. О, опять родий. Это лишним никогда не будет. А чё ж такие слабые окаменелости? Вы не могли получше что-нибудь привезти? Так, срочно нужна электростанция. 500 тысяч мне нужно. Что? О, смотрите, он прям близко подошел, на людишек нам пялится. Да, он их видит, они ругаются, вон он стоит, чувак, вот еще чувак, вот еще кто-то стоит. Он прям на них пялится. Блин, это так забавно. Так, что у нас с кормушкой? 7 из 10, пока хорошо. Когда создадим адмантозавра, поставим вторую кормушку. Так, ну пока все хорошо. Вот смотрите, допустим, добавляя нового сотрудника, и людей сразу в два раза больше можно вместить.
Ну, пока их 24, я смысла вообще никакого не вижу. Вот людишечки ходят у нас тут. Всякие разные. Видите, одеты по-разному, не то что Jurassic Park Operation Genesis. Ага! Ходите сквозь друг друга, это неинтересно. Вот я и раскрыл ваш секрет. Вы не люди. А, кто это? Это же Дарт Сидиус. Так, ладно. А, все идут сюда. Всем интересно динозавриков посмотреть. Еще бы. Еще бы. Так, 400 тысяч. Еще чуть-чуть, и у нас будет 500 тысяч. Да, это я учил математику. Да, ну не, рыжий окрас, это печально. Жалко, что тут нету такой же фишки, как с рейнджерами, что типа выполняешь различные задания, ну, типа вот прокатиться, там пролететь столько-то метров, да, и открываются, собственно говоря, новые раскраски. Вот смотрите, как он теперь выглядит. Блин, это, по-моему, самый топовый раскрас. Еще бы я хотел, чтобы был бы раскрас, как в этом, в самой фильме Jurassic World. Там же тоже что-то было. Так, все, с окаменелостями летят обратно, товарищи. Быть может, сейчас 500 тысяч у нас и появится. Так, я не то нажал. Не то, не то. Хорошо, экспедиция у нас завершилась. Рений. Что-то новенькое. Отпечатки шкур. У нас даже 600 тысяч есть, прикиньте. Так, давайте почитаем, что такое рений. Ну, точнее, мы знаем, это редкий тяжелый металл, который применяется в реактивных и ракетных двигателях. Очень важный хрень. Не зря за нее столько денег дает. Так, ну и давайте, конечно, наконец-таки построим электростанцию еще одну. Угу. Сюда ты не хочешь, да, влезать? Присутствуют какие-то помехи, я тебя понял. Сюда ты тоже не хочешь влезать? Если боком. Так, подожди, а если тут боком? Тоже не хочешь, да? А если вот здесь? Угу. Никуда не хочешь, ты смотри. Так, а если тут? Так, давайте с рельефом тут поработаем. Давайте сразу троечку. Что я делаю, я не понимаю, но деньги куда-то уходят. Это весьма печально. Куда вы уходите, мои денежки, а? Ну, покажись. Денза Фара, Денза. Так, попробуем еще раз. Я очень хочу, чтобы сюда что-нибудь влезло. О, а! Нет, вот так вот будет шикарно, нет? Вот так вот. О, отлично. Просто шикарно. Так, где я буду ставить магазинчик, пока не знаю, но... Давайте соединимся с общей, что ли. Все, теперь наша электростанция подключена к основной сети. Да, но печально, что теперь я очень близко к дороге поставил, и там сейчас все неровно. А нет, все ровно, нормально. А вот здесь вообще жопень. Строится электростанция, посмотрим, что нам привезли. О, это да, это клево. Скоро будем создавать эдмонтозавров. Вообще отлично. Так, все, выработка энергии идет. Давайте поставим пока экономичное содержание. Да, 40 тысяч, ну да пофиг. Так, теперь я хочу посмотреть, сколько мне будет стоить. Нет, не фастфуд, а магазин подарков. 130 тысяч. Это вообще фигня накопить, по-моему.
Ну, вот видите, да, вот из-за того, что близкое строение ставишь, они вот под себя фундамент зажимают, и дорога выглядит кривоватой. Ну, типа, люди как бы сбоку ходить будут. Хотя, в принципе, я могу кое-что придумать, да, я могу... Режим сноса, нет. Убрать эту дорогу пока что. Все равно она не нужна. Потом я ее по-другому проведу вдоль этих. Ну, может, здесь сейчас магазинчик. Нет, здесь нельзя магазинчик строить. Вы спросите, почему? Потому что тут должен джип подъезжать к воротам. Ну, посмотрим, в принципе. Может, и построим здесь что-нибудь. Так, ну и давайте еще выработку энергии сразу, пока деньги есть. Давайте, кстати, посмотрим, как это все выглядит. Вот смотрите, значит, экономичное содержание, да, это вот эта фигня, по-моему. Ну, дополнительное какое-то устройство, помогающее снижать затраты энергии. Точнее, а это вот выработка энергии. Дополнительно мало электростанций, еще генератор какой-то, я бы сказал. Он позволяет вырабатывать. Кстати, электростанция вообще очень топово выглядит. Вот тут у нас вот этот, как он называется? Забыл, в общем, как называется. Пункт прибытия, да, но это вот как-то монорельс, во, монорельс. Ух ты! Если бы меня было легко удивить, вам бы это удалось. Как бы и не похвалил, но и приятного не сказал. Пускай так, пускай люди там кушают. Отлично, серебро. Печатки шкур. Да, сейчас будет у нас готов Эдмонтозавр. Так, давайте-ка посмотрим, сколько он у нас стоит. Это очень важная вещь, потому что мне еще будет нужна одна кормушка. 170 тысяч, вы серьезно? Так, ладно, давайте... Модифицировать геном. Окраса пока у нас никакого нет. А почему бы и нет? Да, нужно будет, кстати, исследовать новые гены. Может, что поприкольнее найдем. Я просто хочу завершить видео созданием Эдмонтозавра. Давай, давай. Чё, еще и не все? Я уж думал, хватит. А, походу, нет. 98 только, товарищи. 97 даже. Печально. Ждем еще, что они нам привезут. Пока копим деньги, в принципе. Хотя можно уже построить магазин подарков. И сейчас заодно квест выполним, который нам доктор от нас просит. Сколько одна подстанция? 20 тысяч, да, стоит? Отлично, выполнили квест, получаем бабки.
100 тысяч. Превосходная работа. Примите мою благодарность. Такой вот у нас магазин подарочков. Так, что у нас такое? Локации. Ворота парк юрского периода. Огромные ворота служили входом в парк юрского периода. Ян Малкольм, удивляясь их размеру, задавался вопросом, для кого это построили? Для Кинг-Конга? Вообще, это была отсылка к фильму Спилберга про Кинг-Конга, да. Ой, не к фильму Спилберга, а, ну, в общем, к отсылке к фильму Кинг-Конга. Так, все, сейчас ждем и создаем Эдмонтозавра. Да, денег у меня хватит. Даже с измененными генами он будет стоить 185 тысяч. Все, отлично. Вывести динозавра. Он будет выводиться чуть дольше, чем с Трутиамимы, конечно. А то, что там осталось, мы это продаем. Тридцатку еще в кармашек себе кладем и отправляем команду. Так, сколько у меня стоит кормушка? Потому что одной уже мало им. Стоит 150 тысяч. Я не понимаю, вы там их золотом кормите или что? Что так дорого? 150 тысяч какая-то кормушечка. Вы серьезно? Так, подождите. Так, у нас есть комната управления. Давайте почитаем. Нет, у нас есть мнение людей вроде, нет? Так, это финансы. А тут есть вроде что-то про мнение людей, нет? А, кстати, да. Кое-что забыл я вам показать. У нас же есть... фотографии, да. Но до начала... Ладно, давайте-ка... На джипе подъедем. Сейчас будем фоткать их всех. Но для начала выпускаем Эдмонтозавра. Наконец-то, новый динозавр. Вот он наш здоровяк. Ох, красавец. Так, пока джип не уехал. И можно бабки так рубить. Вот 4000 я уже срубил. Вот это трофей. Сейчас, о, по нулям, нифига себе, динозавров не найдено, они очень далеко. Вот еще 1000. В принципе, нормально. Еще чуть-чуть и хватит на вторую кормушку. Так, а давайте-ка еще посмотрим на Эдмонтозавра. Офигеть, он красавец. Ну что ж, на этой замечательной ноте мне хотелось бы с вами проститься.
надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала, ссылка будет в описании. Всем всего хорошего, живите и процветайте, и увидимся в следующем видео. Всем пока!